Сбор за размещение рекламы – это мера поддержки государственных средств массовой информации. Он будет уплачиваться белорусскими субъектами хозяйствования рекламодателями. Стоит отметить исключение. Нововведение не затрагивает организации, использующие труд инвалидов не менее 30% от общей численности, а также исправительные учреждения и предприятия Департамента исполнения наказаний МВД. Указом номер 131 устанавливается сбор за размещение распространения рекламы в размере 10% при размещении наружной рекламы и рекламы на транспорте, а в иных случаях 20% от стоимости услуг по распространению рекламы. Объектом обложения сбором признается размещение распространения рекламы на территории Республики Беларусь, в том числе в сети интернет. Базой для исчисления сбора является стоимость фактически оказанных для рекламодателя услуг по размещению, распространению рекламы без налога на добавленную стоимость. При наличии объекта обложения сбором плательщики обязаны предоставить в налоговые органы декларацию по установленной форме не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Срок перечисления сбора в бюджет не позднее 22 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Сбор включается организациями в затраты по производству и реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав, а индивидуальными предпринимателями – в расходы, которые можно учесть при исчислении подоходного налога с физических лиц. Стоит отметить, что согласно указу номер 131 предусмотрено изменение ставки налога на добавленную стоимость при оказании услуг передачи данных с 25 до 26%. Это услуги доступа в сеть интернет, оказанные операторами электросвязи, а также услуги передачи данных, оказанные операторами сотовой подвижной электросвязи. Людмила Лагодич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.